Полицейские получили информацию о том, что по Ленинскому району разъезжает 12-я, за рулем которой находится нетрезвая автолюбительница. Действительно, информация подтвердилась, и после непродолжительного преследования на улице Школьная сотрудники ГИБДД задержали нарушительницу порядка. В машине было предостаточно доказательств бурного времяпрепровождения девушки, поэтому ее сразу же ждала проверка на алкоголь. Блин, ну что, я умею, что ли? Я вам говорю, не так быстро, не все потихоньку, дуйте, не переживайте. Я переживаю, Антон Сергеевич. Все правильно. Я не переживаю. Дуйте. Дуйте. Стоп. Видите, да? Это что, это такое значит? 1.37. Это что, много? Да нет, это нормально. Спешите прямо. Слушайте, нормально. Вы меня отпускаете тогда? Да нет. Я свидетельствую. Показало, что данная гражданка находится в состоянии алкогольного опьянения. Проверив по базе ИЦ, оказалось, что данная гражданка привлекалась по статье 12.8, часть 1. Затем, видимо, под воздействием невыветрившегося алкоголя, девушка устроила для полицейских настоящее шоу, пытаясь заигрывать с ними. Нет, если я на трассе, я красивая. Или, включив режим модели, позировать около автомобиля. Однако чуть позже веселый настрой все же придется убавить, так как за повторное вождение в нетрезвом виде автоледи грозит максимально до 2 лет лишения свободы. Всего же с января по июль этого года сотрудники госавтоинспекции задержали 1236 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Из них 745 человек были оштрафованы по статье 12.8 Кодекса о административных правонарушениях, 359 саратовцев наказаны по статье 12.26 КОАП за отказ о прохождении медосвидетельствования, 132 нарушителя правил дорожного движения понесли уголовную ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Нарек Хачатурян, Вести, дежурная часть, Саратов.